Кукольный дизайн сегодня привлекает серьезных, талантливых художников. Традиционные материалы для их создания – текстиль, пластика, папье-маше. А эти необычные железные человечки – плод фантазии Леонида Поля, инженера-механика и члена Уральской ассоциации художников по куклам. Ну, если у традиционного художника есть какие-то краски там и прочие материалы, мои материалы – вот… Болты, гайки там и так далее. Темы работ связаны с увлечениями самого автора. В основном это спорт и музыка. Ну, я вообще по жизни горнолыжник. Я уже более 35 лет занимаюсь горными лыжами. Поэтому, естественно, первые изделия мои были посвящены этой. Когда-то я был музыкантом. Вот у меня есть музыкальная серия, которая пользуется спросом как сувенир у заезжих музыкантов, которые гастролируют в нашем городе. Одну из его композиций приобрела известная джазовая певица из Америки. Другие его куклы живут теперь в Италии, Франции, украшают частные коллекции известных персон Екатеринбурга. А началось все 2 года назад со знакомства с мини-скульптурами немецкого дизайнера Гюнтера Шольца. Его металлические фигурки вдохновили Леонида на создание собственных кукольных фантазий. Ну и мне, мягко говоря, стало обидно за державу. Болт, гайка – это чисто наше. В ход идут старые кастрюли, сковородки, рыбацкие садки – все, что найдется в хозяйстве. И вот этот человечек – это уже будущая кукла. Это еще не кукла, это просто заготовка. Собирается заготовка, делается постамент. Ну вот я вам раскрою вот это – будущая композиция джазового трио. Это будет контрабас, здесь будет стоять рояль и еще что-то. Для того, чтобы из заготовки получилась кукла, нужно придать ей какую-то позу. Кукла руку так никогда не держит, ее надо выгнуть. Вот как происходит этот процесс. Точно так же, такая же операция происходит с ногами. Но у меня же есть еще масса секретов, которые я выдавать не буду. Мечта Леонида Поля – сделать куклу в человеческий рост. Творческий поиск продолжается.